Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и вы просто не поверите! Только что вышло обновление 0.18.0, и я, Кент ПК, прямо здесь вам все расскажу, все покажу. С вас огромнейший лайк, с вас огромнейшая подписка, просто, ребят, полетели смотреть. Первое, что вижу, нам подарили Charm Giftbox. То есть нам, конечно, настоящие гифтбоксы не дали, зато нам дали Charm Giftbox, и это охренеть как круто! На халяву, на халяву! Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, остановите меня, потому что мне чуть стало плохо. Посмотрите на все это! Хэллоуинские нью-йорк-спины! А я знал! А я знал! А я знал! О, посмотрите, новые перчатки за спины дают! Обалдеть! Я в шоке, ребят. Не, ну просто за это лайк сходу, потому что, ребята, это имба! То есть, смотрите, у нас есть новогодние спины. Давайте, я себе куплю штучечку! Чисто попробуем! Блин, а прикольная штука, да? Прикольные штучки почины. Проворачиваем новогодние спины, ребят. Я сильно не буду кричать, потому что сиди спят, сиди так, думаю, что больно на голову. И мне, ребят, выпадает сразу же выпадает кейсичек. Ну, то есть, понимаем, да? Новые спины немножко скамят нас, но ничего страшного. Так, ребят, что же тут есть еще интересненькое? По поводу паста мы разобрались, да? Я просто в шоке, обнова! Так, ребят, а теперь давайте посмотрим платный голд пас. Ой, блин, посмотрите на эти ножи. Ля, ну, слушайте, что можно сказать? Скорпион, Холидей Фрост, ну, почины так себе, да? Так, флипнайф, ну, так себе. Нож-бабочка, о-о-о. А вот нож-бабочка, пацаны, мне понравился. Такой серебряный в стиле богатой жизни, белое золото, все дела. Ля, а вот это керамбит из трейлера. Ну, шо, пацаны, узнали? Не, не узнали? С вас лайк, подписка, почины, керамбит из трейлера. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это, конечно, крутяк, ребят, мне аж плохо стало. Так, смотрим, чармы, чарм Санта-Клаус, я хочу этот чарм прилепить на свой АВМ Спорта 2. Слушайте, а где у Санта-Клауса глаза, пацаны? А где глаза-то у него? А глаз-то нема? А глаза-то пропали! Я просто рву, я просто рву. Так, почти, теперь смотрим оружечки. Ой, какой классный фэнфал. Эмочка, новая эмочка! Вау-вау-вау-вау-вау! Обалдеть, пацаны, не, ну за это просто лайк. Слушай, а сколько стоит-то весь пас, пацаны? Сколько стоит пас? 800 рублей! Что за обдираловка? Но если вы, ребята, наберете 5к лайков... Не, ну что-то маловато 5к лайков. Если вы наберете 10к лайков, то я куплю весь этот голд пас. С вас лайк, подписка, пацаны. Так, ну что, смотрим дальше. Что же у нас еще поменяли? Смотрим, ребят, рынок, рынок, рынок. Посмотрите, как же сильно лагает рынок. Кстати, ребят, на рынке очень сильно упали цены. Просто посмотрите на эти цены. Мне ж плакать хочется. Посмотрите, как же хорошо, что я, ребята, знал то, что обнова будет сегодня. И я продал все мои лишние ножи, и у меня 234 тысячи голды. Я просто в шоке. Я тупо чертов гений. Так, ну что, ребят, смотрим дальше. Настройки. Настройки тут вроде ничего особо не поменялись. 144 FPS как было, так и осталось. В принципе, все как было, так и осталось. Так, управление проверяем. Управление. Все тоже как и было. А нет, подождите. Вид полной карты добавили. А я даже не знаю, а что это. Ну, прикольная штучка. Давайте поменяем, короче, на радаре сделаем. Прикольно, добавили вид полной карты. Ребят, как же это круто. Так, звуки. Я очень надеюсь, что исправили голосовой чат, потому что в нем было очень много разных багов. Авторизация. Я тоже очень надеюсь, что авторизацию исправили. Так, ребят, ну а теперь самый-самый интересный. Давайте смотреть, какие карты-то поменяли. Ля, а добавили-то два новых режима. Снежная заруба и безумный Санта. Давайте смотреть. Играть, безумный Санта, и я хочу поиграть. Все, поехали. Я хочу поиграть безумного Санта, ребят. Безумный Кент играет безумного Санта. Слушайте, это очень круто. И если честно, разработчики, спасибо вам. Посмотрите на все это. Просто имба. Похоже, Санта обратил свою волшебную палку. Подбери ее быстрее всех, чтобы получить особой силу и закидать других игроков снежками. Так, все, ребят, понятно. В этом режиме. Посмотрите, как карту-то изменили. Вау! Вау, как же это красиво. Короче, вы поняли, мы типа марионетки, и нами управляют сверху. Не, ну разработчики, не, ну я скажу вам только одно. За это лайк сходу, лайк. Кстати, ребята, еще говорят, что поменяли анимацию на керамбит. Давайте проверим, анимация на керамбит. Слушайте, ну анимация на керамбит, кажись, как была, так и осталась. Может, я, конечно, ошибаюсь, но по поводу анимации на керамбит голд вроде бы все как было, так и осталось, я смотрю. Ну вы просто посмотрите на эту карту. Куча разных подарков, елочка. И это все, ребята, в стенду в 2. Не, ну пацаны, просто влепитесь за это лайк, потому что я просто в шоке. Тут же еще по-любому куча разных пасхалок, куча разных нычек. А ну-ка, ребят, давайте ради интереса пойдем в эти подарки. А вдруг в них можно запрятаться? Ну кто его знает-то? А?
Ой-ля, пацаны, вот это имба, да? Не, ну просто имба. С вас лайк, подписка. Вау, как же все это красиво. А это Санта! Вы видели, там был Санта! Там был Санта! Стопэ. Там был Санта! Вот! Обалдеть, Санта-то! Санта, ты что творишь? Так, ребята, я понял. То есть тут есть Санта, по нему надо стрелять. Это что-то наподобие Джиггернаута. А он нас ножа мочит, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, это, конечно, трындец. Вы посмотрите на безумного-то Санту. Не, ребят, вот честно говоря, после таких крутых обновлений я прям сам начинаю верить. Знаете, я сам начинаю верить в Новый год. Так, ребят, все, давайте выйдем. Давайте еще посмотрим что-то интересненькое. Потому что, ребята, очень много всего добавили. Очень много всего изменили. С вас лайк, подписка. Это просто бомба. Так, ребят, пробуем. Режим номер 2 называется «Снежная заруба». Я не знаю, что делать, ребят. Скорее всего, тут надо просто бросаться снежками и ничего лишнего. Ребят, с вас лайк, подписка, потому что это заслужит вашего лайка и это заслужит вашей подписки. Давайте смотреть, ребят, давайте смотреть снежная заруба. Так. О, прикольненько. Ай, да красиво-то как. Ай, мы хаешки бросаем, хаешки. А мне это нравится. То есть мы, ребята, вот так вот берем и бросаем хаешечки. Так. А ну-ка иди сюда. А ну-ка иди, пацаны, сюда, сюда. Опа. А ну-ка, засранцы, сюда бегите. Посмотрите, какие красивые модельки персонажей. В новогодней шапочке. Прям, ребят, ну прям жить захотелось. Дядь, до свидания. Вау, ребят, я такое вижу впервые. Просто я хочу сделать скриншот всего этого. Ля, ну за это просто сходу лайк. Ну что же, ребят, то есть в одном режиме мы стреляемся против Санты, во втором режиме мы бросаемся снежками. Так, ребята, это, если что, видео. Поэтому вы ничего не должны знать, что это видео снимается на стриме. Короче, мы уважаем подписчики. У меня идет прямо сейчас стрим. Лепите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Ложкин Туха. Всех обня приподнял. Всем хорошего настроения. Пока. Пока. И еще раз пока. Не забудьте подписаться. Завтра будет новое видео по обнове.